Ну а сейчас мы рассмотрим философские аргументы. И вот один из таких аргументов заключается вот в чем. Конечно, вопрос возникнет. Если вы придерживаетесь частной суверенности и при этом являетесь сторонником умеренного детерминизма, то значит, вы все-таки детерминист. И как при этом, если вы верите, что поступки человека предопределены, как при этом люди могут быть нравственно ответственны за свои поступки? Вы помните, мы уже говорили с вами об этом, когда речь шла об общей суверенности, что если ваши поступки не свободны, то вы не должны быть подотчетны, ответственны за то, что вы делаете. И тогда, если детерминизм и в самом деле верен, то свободной воли нет, и никто не должен ни за что отвечать. Что ж, как можно ответить на такой вопрос с позиции детерминиста? Что ж, я не буду углубляться в детали и повторять то, что мы с вами уже говорили. Я лишь скажу, что вот такое возражение совсем неоднозначно, потому что в нем утверждается, что детерминист не может верить в свободную волю человека. Да, действительно, либертарную свободную волю он не может принимать. Но как насчет компатибилизма? Согласно компатибилизму, поступки человека, несмотря на то, что они определяются внешними факторами, все еще свободны. Человек делает то, что хочет. А если вы поступаете так, как сами хотите, то тогда вы становитесь ответственны за свои поступки. Поэтому, в отличие от того, что кто-либо может подумать, не все формы детерминизма исключают нравственную ответственность. Компатибилистская свободная воля и умеренный детерминизм, который включает такую свободную волю, все еще оставляет место для свободной воли, потому что человек в итоге делает то, что сам хочет. Иногда с детерминизмом возникает вот какая проблема. Люди говорят, ну раз Бог уже заранее предопределил все, что должно произойти, то какой смысл благовестия? Потому что если Бог предопределил, чтобы какие-то люди были спасены, они будут спасены, и нечего беспокоиться. И какой смысл тогда молиться? Потому что Бог уже заранее определил, что должно произойти, и ваша молитва ничего не изменит. Разве не так? Что ж, в ответе на такие возражения надо помнить следующее. Если Бог предопределил все, все установил, то это означает, что Он не только установил, что произойдет, но также установил и средства, благодаря которым это произойдет. И следует благовествовать, потому что, быть может, Бог как раз установил, что какой-то конкретный человек примет Христа, услышав ваше свидетельство, благодаря тому, что вы будете благовествовать ему. Или даже если Бог не установил, что ваше свидетельство будет тем средством, благодаря которому человек примет Христа, то это не означает, что вам не нужно благовествовать, потому что через ваше свидетельство Бог может совершить и другие прекрасные дела в вашей жизни, а не только приведение какого-то другого человека к себе. Он может возрастить вашу любовь к Нему, ваше послушание, нашу смелость в свидетельствовании. Много всего Бог может совершить в нас, когда мы благовествуем, а не только покаяние в сердцах других людей. А так как мы не знаем, что Бог намеревается совершить, то мы не можем сказать просто «нет», мы не будем благовествовать, потому что Бог все предопределил. И точно так же и с молитвой. Нам следует молиться, потому что молитва может быть предустановленным Божьим средством для достижения каких-либо целей. Быть может, Он предопределил, что в ответ на вашу молитву Он сделает то или иное. И даже если Он не предопределил этого, помолиться все еще будет мудрым решением, потому что задумайтесь,
Почему вы не хотите общаться с тем, кто держит в своей руке всю Вселенную? И молитва может также укрепить нас в вере, может помочь нам избавиться от какого-либо беспокойства, потому что мы поговорили с тем, который знает все проблемы, всю ситуацию изнутри, знает досконально, и для него нет ничего невозможного, нет ничего неизвестного. Поэтому действительно, если детерминизм верен, все еще остается разумным молиться. Но к этому надо еще кое-что добавить. Какой смысл в молитве, если человек наделен либертарной свободной волей? Другими словами, если общая суверенность – это то, что мы с вами должны принять, то это означает, что люди наделены либертарной свободной волей. А если так, то какой смысл в моей молитве? Вы можете сказать, ну, что-то я не понимаю ваш вопрос, позвольте объяснить. Я могу молиться за то, что относится ко мне, а могу молиться за то, что относится к вам. Я не приступлю ничьей свободы, если буду молиться о том, чтобы Бог исцелил меня или вас от какой-либо болезни. Но вот представьте, что я решил помолиться о том, чтобы Бог сделал меня более верным в благовестии, в чтении Библии и молитве. Что ж, о чем же я прошу Бога? Прошу ли я Его, чтобы я развил это все в себе? Но если я это развиваю все в себе, если Бог отвечает «да», и Он развивает это все во мне, все эти навыки, то тогда разве не обусловлены внешними факторами мои действия? И как тогда все это согласуется с тем представлением, что люди наделены либертарной свободной волей? Другими словами, о чем же я прошу Бога? Прошу ли я Его, чтобы Он приступил мою свободу, чтобы сделать меня более молящимся? Как мне представляется, не в этом суть молитвы. Но если я наделен либертарной свободной волей, и я прошу Бога изменить мои поступки и мое отношение, то получается, я прошу Его сделать то, что сам не хочу делать. А если я верю, что Он этого не сделает, так как Он оставляет место для моей свободной воли, и я не имею никакого представления сам, захочу ли я или нет, скажем, больше благовествовать, больше молиться, то тогда, если Бог не приступит к моей свободе, какой смысл в такой молитве? Какой смысл просить Его изменить меня? Получается, я молюсь самому себе. Скажем, Джон, ты должен задуматься над тем, чтобы больше молиться, чтобы больше свидетельствовать, больше читать Библию. Потому что если либертарная свободная воля – это то, чем я наделен, и Бог ее не приступит, то я каким-то образом должен убедить самого себя так поступить. И тогда какой смысл молиться Богу, чтобы Он изменил мое поведение? И точно так же, если я говорю: «Господь, мой брат или моя сестра, такая-то и такая-то, вот к ней несправедлив ее начальник. Господь, сделай так, чтобы ее ситуация облегчилась». О чем я в этом случае прошу Бога? Если я верю, что люди наделены либертарной свободной волей, то тогда и этот начальник, который несправедлив, он также наделен либертарной свободной волей. И чтобы Бог мог изменить обстоятельства, он должен приступить к свободной воле этого начальника. То тогда о чем я прошу Бога? Чтобы он забрал свободу у начальника, чтобы вам стало легче? Чтобы он стал обращаться лучше с вами? Что ж, я не думаю, что большинство христиан, которые придерживаются либертарной свободной воли, полагают, что суть молитвы в том, чтобы Бог лишил кого-то свободной воли. Но тогда, если я не хочу, чтобы Бог лишал кого-то свободной воли,
то, о чем я вообще прошу Бога? Сделай что-то, но при этом я понимаю, что Он не может это сделать. И ведь тогда моя молитва просто бессмысленна, так? Если Бог не в состоянии приступить свободную волю этого начальника. Ведь либо Он что-то сделает, чтобы изменить начальника, и при этом Он будет вынужден приступить либертарную свободную волю, либо Он не приступит эту свободную волю, и тогда ничего не сделает, и смысла молиться нет. И если что-то и произойдет, то это произойдет без Божьего вмешательства. Или это вообще не произойдет. Тогда какой смысл молиться об этом? Что ж, времени остается все меньше и меньше. Философские аргументы. И позвольте мне упомянуть хотя бы несколько, которые крайне важны. В конспектах этого нет, к сожалению. Не следовало бы это включить. Те люди, которые отвергают зачастую частную суверенность, модель, которая включает компатибилизм, поступают так потому, что они полагают, что любая форма детерминизма представляет собой крайнюю форму детерминизма. Но какая самая крайняя форма детерминизма? Это детерминизм естественных наук. Согласно этой форме детерминизма утверждается, что если вы знаете состояние мира в момент Т, и вы знаете все законы, действующие в этом мире, и которые действуют в этот момент времени, то тогда вы сможете предсказать, что произойдет в момент времени Т плюс один. И вот такое понимание детерминизма используется в аргументации последствий. Если учесть все эти законы, естественные законы, а также всю мировую историю до этого момента времени, то есть только один вариант развития событий, и вы так поступите. Класс. Тот детерминизм, который подразумевается в модели умеренного детерминизма, в модели проведения частной суверенности, это не тот детерминизм, который подразумевается в естественных науках. Но тогда о каком детерминизме идет речь? Это детерминизм, который используется в социальных науках. А что это за детерминизм? Что ж, просто не учитываются все эти естественные законы или какие-либо другие законы, которые влияют на вашу волю в тот или иной момент времени. Поэтому, если бы мы могли описать состояние мира в определенный момент времени, и мы знали все законы, то мы бы знали, какой следующий шаг вы примете. Но это не отражает природу человеческих поступков. Нет таких законов, которые предопределяют ваши поступки. Так о каком детерминизме идет речь? Все, о чем мы говорим, это то, что есть определенные причины, есть факторы, которые играют определенную роль в принятии вами решения, и при каких-то условиях эти факторы могут быть достаточно сильными, что склоняют вас к принятию какого-то решения, и вы поступаете так, а не иначе. И речь идет не о законах природы, не о состоянии мира, сложившейся до сего момента. Почему же это важно? Это важно, потому что многие аргументы со стороны традиционных армян и открытых теистов против любых форм кальвинизма, включая умеренный детерминизм, это, по сути, аргументы против
того детерминизма, который присутствует в естественных науках. И если бы мы придерживались такого взгляда на детерминизм, то эти аргументы были бы уместны, но мы не так воспринимаем детерминизм. Поэтому возражения и аргументы становятся неуместными. Они не опровергают тот детерминизм, который основан на компатибилизме. Это просто совсем иное. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, хорошо, идем дальше. Индетерминизм и принятие решений. И вот что я хочу здесь сказать. И здесь можно вернуться к тому, что описано в труде Джонатана Эдвардса о свободной воле. И вот Джонатан Эдвардс в своей работе приводит несколько различных аргументов, но суть всего, что он написал, и он пытался опровергнуть арминианство, и он говорит, что воля всегда следует за более сильным мотивом. Или если перефразировать, то он говорит, что воля всегда поступает так, каково последнее намерение. Что же это означает? А это означает следующее. То решение, которое вы в итоге принимаете, предопределено тем, что вам представляется самым сильным мотивом. А если есть мотив, который определяет ваше решение, то это детерминизм. А если так, то арминианство, согласно которому утверждается, что человек решает, когда его воля находится в равновесии, ничто не предопределяет ее в ту или иную сторону. И арминианство ошибочно. И аргумент Эдвардса сводится к следующему. Если воля функционирует так, как утверждают арминиане, и давайте перефразируем это, если воля функционирует согласно либертарной точке зрения, то тогда это означает, неважно, сколько факторов влияют на принятие вами решения, ни один из этих факторов недостаточно силен, чтобы вы приняли то решение, а не иное. И Эдвардс говорит следующее. Если действительно все так, то вы не сможете принять решение. И, как мне кажется, Линда, именно это вы и подразумевали вчера, когда мы дали определение либертарной свободной воли, и вы сказали, что это бессмысленно. Что ж, я согласился с вами, но на тот момент я лишь хотел дать определение. И понятно, что вы руководствуетесь той же интуицией, которой руководствовался Джонатан Эдвардс. Ну что ж, я прочитал об этом несколько лет тому назад и с тех пор не раз еще перечитывал, и каждый раз это мне казалось разумным. Может, и можно было как-то возразить, но я не знаю как. И иногда сторонники либертарной свободной воли скажут, вот как можно возразить. Неужели вы хотите сказать о том, что для каждого вашего решения есть какой-то сильный мотив, из-за которого вы принимаете одно решение, а не другое? Да ладно вам. Такого не может быть, они скажут. Что ж, представим, сегодня вечером, перед тем, как вы ляжете спать, вы решите принять душ. И вот на выходе из душа висит несколько полотенец. Скажем, есть одно зеленое и одно красное. И вот вам надо принять решение, после того, как вы примете душ, каким же полотенцем вытереться. И вот вопрос, какое же из этих полотенец вы используете? Я не знаю. Может, вам нравится зеленый цвет? Нет, никаких предпочтений у вас нет.
И вот сторонники либертарного взгляда скажут, вот посмотрите, ведь очень много подобных решений. Вот скажем, вы приходите домой, а жена говорит, я хочу приготовить ужин, что бы ты хотел, курицу или стейк. Все равно? А жена настаивает, я хотела бы сделать то, что тебе понравится. Да мне все равно, я съем, что не приготовишь. И сторонники либертарной позиции скажут, ну вот даже в этом случае нет никаких внешних факторов, обуславливающих принятие вами решения, скажем, выбор курицы, а не стейка, или красного полотенца, а не зеленого. Но несмотря на это, вы все равно принимаете решение. Разве это не доказательство, что хотя бы эти решения вы принимаете на основании либертарной свободной воли? И вот Эдвардс отвечает на этот довод следующим образом. Знаете, если бы у вас действительно не было никакого предпочтения, то вы бы вообще не смогли принять никакого решения, использовать ли зеленое полотенце или красное, съесть на ужин курицу или стейк. Если бы у вас вообще не было никаких предпочтений, то вы бы не приняли никакое решение. Тот факт, что вы выбрали одно, а не другое, означает, что у вас были какие-то предпочтения. Быть может, вы предпочли выйти из ванны сухим, а не мокрым после душа. И поэтому вы решили, ну я просто протяну руку, и какое полотенце попадется под руку, тем я и вытрусь. Что ж, но выбор такого полотенца был также обусловлен. Конечно, здесь речь не идет о каком-то великом деянии Божьем, которое склонило вашу волю принять это. Нет. Но ведь если бы у вас действительно не было предпочтений, какое полотенце выбрать, красное или зеленое, и выйти из ванны сухим или мокрым, то, скорее бы всего, спустя 2-3-4 часа вы все бы еще стояли в душе. И, как я сказал, всегда мне это казалось достаточно разумным. И представляется, что если бы не было ни одного внешнего фактора, каким бы тривиальным он ни казался, который склоняет вас к принятию решения, то как мы тогда можем объяснить, почему мы приняли решение выбрать то, а не иное? Сторонник либертарной позиции скажет, ну, человек просто выбирает. Но это не объяснение, это лишь повторение своей позиции. То, что человек выбирает, не объясняет, почему он это выбирает. Это лишь повторяет их позицию, что человек на основании своей либертарной свободной воли принимает некое решение. И помните кое-что еще. Мы говорим здесь о намеренном действии. Скажем, когда у нас есть какое-то намерение, и мы поступаем соответственно. Если ничто не влияет на те решения, которые мы принимаем, то тогда и даже наше намерение не должно играть никакой роли в принятии решений. Так? Если я выхожу из класса, потому что у меня есть намерение пойти пообедать, и если это намерение недостаточно сильное, чтобы вынудить меня выйти из класса и пойти обедать, то тогда мой выход из класса очень сложно объяснить, и, скорее всего, я так и не выйду из класса. Конечно, можно говорить о том, что у меня нет намерений, когда я выхожу из класса, но они у меня есть. Я хочу пойти поесть. Поэтому, хоть это и слегка иной довод, но, как мне представляется, если какая-то форма детерминизма не верна, то тогда мы говорим о том, что мы поступаем без каких-либо намерений, без желаний, без планов, которые бы определяли, как мы поступим. Потому что если эти желания и намерения влияют на то, что мы избираем, то тогда наши решения уже обусловлены какими-либо факторами,
Конечно, не так, как объясняют все крайние детерминисты и фаталисты. Все намного умеренней. Что ж, можно много чего еще сказать, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо за внимание. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.